Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен платформе горла или задержка дыхания. Она делается на задержке дыхания с напряжением горла. То есть это название условное напряжение. Конечно, все делается без напряга. И делаются формы горла. Чтобы открыть это умение, нужно проделать следующее упражнение. После этого упражнения уже будет более комфортно. Сначала будет напряжение. Значит, сначала делаем артикуляцию ай-яй-яй, но при этом сперва делаем большущий, огромный вдох, представляя, как мы глотаем теннисный или пинг-понгный шарик и задерживаем его в горле. Ай-яй-яй, словно уточка. Говорим ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. И далее делаем это с варганом. Можно сначала с голосом. И после голос полностью убираем. Полностью задерживаем дыхание, не дышим ни носом, ни ртом. Таким образом получается артикуляция ай-яй-яй на платформе горла. И после этого, как правило, открывается умение управлять и чувствовать формы горла. И уже чаще всего после этого упражнения можно будет без большого глубокого вдоха, просто на задержке дыхания, уже построить другие формы горла, допустим, при помощи других артикуляций. Ой-ой-ой. Или, ну, например, начать можно с, опять-таки с ай-яй-яй, потом ой-ой-ой. И так можно делать другие артикуляции. В следующих уроках я покажу упражнения для других артикуляций. И также добавлю, что платформа горла – это очень обширная такая платформа для звука, содержащая не только такие звуки, похожие на робота, да, но и мелодические структуры. Например, есть такая техника, я ее назвал мелодии древних. Это если чередовать дыхание ртом и задержку дыхания. Вот так получается она звучит. В следующих уроках я уже покажу подробнее. А теперь просто послушаем возможности. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Следите за уроками, развивайтесь, будьте медитативными, все будет круто. Пока.